Какой любимый предмет у вас в школе? ИЗО. Математика. Литература. Математика. А кто любимый хоккеист? Колдобин. Ответ соседа. Колдобин. Куда больше нравится ходить? В школу или в мегаспорт на хоккей? На мегаспорт. Мегаспорт на хоккей. А почему не в школу? Тут лучше, чем в школе. Здесь, на стадионе, здорово? Лучше, чем в садике или так же? Ну так же. Ребята, учитесь хорошо. Да, ведь образование – это очень важно. Первый мой хоккей, на который я сходил в 81 году после Кубка Канады, «Спартак Крылышки». 6-1 тогда выиграл «Спартак». Сидельникова набросали и заменили на Дроздова. И, в общем, поэтому с «Спартаком» мы как-то так связаны. А теперь еще, когда мы сегодня говорим о великих тройках, и я вижу, что действительно атакующий хоккей, первое звено очень хорошее первое звено. И вообще, в принципе, еще три атакующих хороших звена. Терпения не хватило как раз. Просто терпеть надо было и реализовывать большинство. Я думаю, в этом рецепт счастья. Четвертого октября, Мегаспорт. Играем с Новосибирском. Болельщики, мы вас ждем.